Я даже тебя не обняла. Измять боялась. Кто как выражает свою любовь к Джулии Робертс. 37-летняя Наталья Водянова на днях появилась в костюме, как у Джулии в фильме «Красотка». Только цвет другой. Такая шикарная. А сама Джулия накануне дня рождения выбрала образ из другой сцены этого же фильма «Платье в горох». Молодец! Молодец! У Джулии есть поклонницы и среди 17-летних. Популярная певица Билли Айлиш назвала Робертс удивительной. И она была удивительной с самого начала, подчеркнула Билли. Вот такая уж я, да. А вот почему Билли восхищается Робертс. Они ведь похожи. В прошлом году Робертс взяла и покрасила волосы в розовый, в 51. Только она может выйти в свет в странном комбинезоне и всех очаровать. В жизни она такая же живая и смешная, как в наших любимых фильмах. Успокойся. И 50-летняя Дженнифер Энистон только завела Инстаграм, сразу отметилась кинофразой Робертс. «Я просто девушка» и добавила «с прической и макияжем». На самом деле Робертс произносила: «Я обычная девушка, которая пришла к парню и говорит, что любит его». Кого любит эта красотка? Кинооператора Дэнни Модера. Встречу с ним Робертс сравнила с сейсмическим сдвигом. Я сказала примерно. В июле они отметили 17-летнюю годовщину свадьбы. Джулия поздравила мужа, надев футболку. На ней детский снимок Дэнни на велосипеде. «Жена – велокороля», – пошутила Робертс. Сама она любит пешие прогулки. За продуктами в самых коротких шортах. Напоминаем, Робертс сегодня 52. What? Что? У красотки трое детей, 14-летние двойняшки Хэзл и Финиас и 12-летний Генри. «Симпатичная мамочка в центре, мы так тебя любим», – подписал снимок муж. И мы присоединяемся к поздравлениям.